1 июня на площади Красных Партизан пройдут праздничные мероприятия ко Дню защиты детей. Насыщенная программа позволит и детям, и родителям весело провести в Копейске первый день лета. Городской праздник начнется в 10 утра и будет длиться до тех пор, пока ребята не поучаствуют во всех конкурсах и играх, подготовленных организаторами. Юных копейчан ждут выступления артистов, мастер-классы и, конечно же, призы и подарки. В рамках Дня защиты детей на площади Фонтана также пройдут спортивная эстафета и конкурс детских рисунков на асфальте. А в 6 вечера на площади Трудовой Славы начнется концерт «Чтоб солнце пело в каждом детском сердце». Перед копейчанами выступят творческие коллективы города, победители и призеры различных конкурсов и фестивалей.